Ребят, всем привет! Сегодня я хочу вам показать скрытые настройки на Пику. Вот я скачал приложение типа скрытые настройки Android, хочу вам сегодня их показать. Вот тут очень много категорий, но я выберу самые дефолтные настройки, как на Android. Сейчас я их открою. Приложение я оставлю в описании. Вот они, настройки Пику Android. Вот давайте поэтапно посмотрим. Название устройства Пику Neo3, ну это понятно. Номер телефона. Мой IP-адрес. Тут я все замажу. Система. Язык вот. Вот тут есть виртуальная клавиатура. И вот, которая у нас используется, английская клавиатура. Это я подразумеваю, что вот это iFly. Вот она включена. Вот я, кстати, нашел эту клавиатуру. Вот сколько в ней языков поддерживается. По-моему, даже русский есть, да. Но его, походу, из-за санкций выключили. А так вот она, эта клавиатура. Я пытался добавить какую-то стороннюю клавиатуру, чтобы там был русский язык, но что-то у меня ничего не получилось. Но если есть какие-нибудь профессионалы или я потом захочу, можете вот тут вот попробовать и выставить клавиатуру для VR. Там, возможно, будет русский язык. Вот эта клавиатура, не знаю, она какая-то бесполезная, но она потому что не для VR, а вот эта специальная, сделана для VR. Скорость указателя, на-на-на-на-на, ничего не надо. Вот главное, вот тут ничего не менять, а потом у вас станет английский или китайский, вообще кошмар. Жесты, ну, это мне не надо. Дата и время тут. Не знаю, российских почему-то нет, выбрал такое, но чё уж. Резервное копирование, не знаю зачем. Сброс настроек, пользователь, user, configuration. Плохо вижу из-за белого цвета. Геомагнитная калибровка. Разработка и откладка. Что это? А, пароль, ну может. Все ясно, все ясно. Так, ну тут у нас все включено. А есть типа способ, как режим разработчик включить, типа. Тапаешь где-то. Не помню где. То ли по версии Android, или по прошивке. Не? Да, во, вы стали разработчиком. Но тут ничего не появилось. Скорее всего, это специально сделано под паролем. Так, что еще есть? Специальные возможности. Ну, это тут настройки всякие. Силы не надо. На. Аккаунты, ну тут Telegram мой. Безопасность. Блокировка экрана. Что это? Нет, понятно, это нельзя включать. Местоположение. А, это просто на показ, где я нахожусь, типа. Конфиденциальность, ну понятно. Хранилище. Ну это что тут, чем занято? Система, ого, 19 гигов весит. Да-да-да. А, что тут за галочка была? Менеджер хранилища. Память. Нет, нам не надо, я не знаю, что это. Так, выйти. Так. Звук. О май гад, Поко. Он будет. Да, звук уведомления. Тут какой кринж. Помогите. О! Вот это я помню, вот этот топчик, вот это я его поставлю. Будильник это вообще кошмар. Звук при наборе номера. Дополнительно. Звук нажатия на экран не нужен. Короче, понятно. Экран, яркость. Не убавить темные тени. Ой, боже, не. Ночной режим, адаптивная яркость. Что это? Понятно. Дополнительно время отключения экрана, цвета.
Ничего не меняется. Q-Color. А, ну это просто демонстрация. Батарея 75%. Performance мод. Не знаю, что это. Полная зарядка час назад. Приложение уведомления. Браузер по умолчанию. Тут можно так выбрать. Главный экран можно лаунчер поставить. Но я не буду пробовать, а то он нафиг все слетит. Разрешения тут всякие. Уведомления. Специальный доступ. Показывайте приложение. Ну вот они, приложение. Виртуальная среда. Это вот где вот я сейчас нахожусь. Это вот оно. Если я остановлю, у меня запись вылетит. Все нафиг вылетит. Вот я быстренько вот так пролесну. Дофига всего. Да. И что тут? Bluetooth, ну, понятно. Wi-Fi. VPN можно включить, кстати. Режим полета. Ну, понятно, понятно. Что тут еще у нас есть? Смотрим. Так, сохраненные сети. Фейс-контроль, отпечатки пальцев. Wi-Fi, VPN. Угу. Устройство. Так, мы тут были с вами. Были. Есть какой-нибудь режим разработчик, не? Вот, для разработчиков. А чё, оно закрывается? Там что-то было написано, но вы на видео видите, я просто не вижу. Запретили они. Перекрыли. Ну, в принципе, все. Это все настройки на пику андроида. Вот, может, кому-то полезно, там, не знаю, для разработчиков. Смотреть, как выглядит оболочка андроид. Ну, мне кажется, ничего тут интересного. Нет, просто Android как Android. Но прикольно то, что можно любые АПК-шки качать, и можно как-то взломать шлем. Зачем я это делал? Я хотел вчера вот FPS поменять хотя бы на 60, чтобы качество лучше было снимать. Но что-то оно не получается. Ну и фиг с ним, просто. Настройка полностью, а вот эта разработчика, ну, самая бесполезная. Вот, худ показатель, вот, что это, зачем оно? Это уже бесполезное. Типа, как лагает, как не лагает пику. Для разработчиков, короче, вот. Скоро новые видосики еще будут. Вот, так что всем спасибо за просмотр. До новых встреч. А ПК-шку, мой телеграм, все будет в описании. Все, давайте, пока.